Друзья, добро пожаловать! Меня зовут Брейн. И сегодня, ребят, я продолжаю снимать про видео, про игру Майнкрафт. Сегодня, ребят, как вы заметили в начале видео, сюжет, мультик Черепашки Ниндзя. В общем, ребят, сегодня я буду рассказывать про из мультика черепашек ниндзя большой небоскреб шредера как вы заметили ребят в начале видео вы посмотрели сюжет мультик где черепашки ниндзя ну в общем не только черепашки ниндзя в песне пелось что у черепашек ниндзя самым главным э, злодеем считается Шредер. Э, ну, я, конечно, вам покажу, э, покажу э, кто он такой. Э, конечно, ребят, я представлю э, в этом видео, я представлю э, немножко, расскажу о этой башне, ну, можно сказать немножко, а дополню все части этой этого небоскреба Шредера, можно сказать, что это логово Шредера. Конечно, хочу вам сказать, что Шредер живет в этом логове не один. Я продем... покажу всех, как говорится, персонажей, персонажей этой башни. В общем, небоскреба Шредера. Я продемонстрирую те вот тех ну не тех в общем ребят хочу вам сказать что в общем я покажу тех кто живет рядом ну можно сказать вместе с Шредером в этой в этом небоскребе в этой небоскребе можно сказать башне башне Шредера но для начала прежде чем это я начну добро пожаловать друзья подписчики моего канала кто пришел на мой канал подписывается на мой канал или подписался всем привет подписчики кто пришел или новичок на моем канале всем привет спасибо что вы подписываетесь на мой канал продвигайте мой канал но ребят еще бы не помешало чтобы прям во все продвинуть мой канал, это же обязательно ставить лайки на, мой, на мои видео. Обязательно, ребят, ставьте лайки, поддерживайте все мои видео лайками, комментариями. Обязательно подписывайтесь на канал. Опять же, говорю, большое спасибо, что вы подписываетесь на мой канал. Очень вас всех благодарю, кто подписывается на мой канал. Ну а также приветствую всех, еще раз говорю, Приветствую всех новых зрителей, телезрителей и подписчиков на моем канале. В общем, ребят, сегодня я расскажу. Сегодня, опять же, ребят, расскажу. Прошу прощения, что два раза повторяю. Просто голос немножко подсел. Ну, э, в общем, э, голос немножко подсел, поэтому... Приходится, опять же, говорит, опять же, что я сегодня расскажу. В общем, ребят, я сегодня представлю э, гвардию э, в, этой, в этом небоскребе, э, гвардию вот этой башни, башни Шредера. Вообще, Шредер это самый, говорится, главный босс. Ну, можно сказать, самый сильный э, злодебный воин. В общем, это, конечно же, зло. Шредер — это, конечно же, зло. Сегодня, ребята, также покажу всех персонажей, кто в этой башне живет, рядом со Шредером. Покажу всю гвардию, всю гвардию этого небоскреба. Если вы, допустим, захотите напасть на эту башню, башню Шредера. Если вы, допустим, как говорится, в игре Майнкрафт, решите э, с друзьями своими, игроками, напасть вот на эту башню. Но прежде чем напасть на нее, внимательно выслушайте в этом видео то, что эта башня имеет. И я все расскажу о этой башне. Как вы посмотрели э, сюжеты мои, ну, можно сказать, не в начале видео. Ну да, можно сказать, в начале видео, где-то примерно в середине видео. Вы заметили, я показал башню со всех сторон. Также, ребят, показал некоторые три локации, всего три локации внутри этой башни, что у нее есть. Вы, ребят, встретили вход, первую локацию вход. Ну, посмотрели, как она выглядит. Первую локацию вход изнутри здания. Дальше посмотрели вторую локацию. Японский сад японский сад и э, третью получается самую главную вы посмотрели дворец шинта где живет собственно шредер э, ребят к сожалению я представил только три локации три локации э, хочу ребят сказать что это здание имеет 72 этажа это самое высокое здание ребят она расположена в нью-йорке э, в Нью-Йорке. Вот посмотрите, здесь огромный гигантский город. Посмотрите, он расположен в Нью-Йорке в Майнкрафте. Очень э, большой город. Ну, можно сказать, Лондон. Посмотрите, знакома Лондовская башня. Вот такая вот Лондовская башня. Но, ребят, хочу вам сказать, что вы не думайте, что черепашки-ниндзя существуют на самом деле в Нью-Йорке. Это, хочу вам сказать, вообще черепашки-ниндзя – это выдуманный мультик. Так что, э, не, э, в общем, это выдуманный мультик. Черепашек-ниндзя на самом деле не существует. Поэтому это выдуманный мультик. И на самом деле там не существует вот такой вот башни. Не существует вот такой вот башни э, небоскреба Шредера. К сожалению, это только Лондонская башня, но Шредеровская башни там нет. Поэтому, ребят, запомните, что Черепашки-ниндзя – это выдуманный мультик. Я взял эту, в общем, я башню эту построил из Черепашек-ниндзя, ее скопировал. Вообще, я взял Черепашки-ниндзя из 2003 года. Поэтому, ребят... Я скопировал вот такую вот башню. Я, конечно, ее покажу на картинке, как она выглядит. Я вот такую вот большую башню-небоскреб, вот такой вот огромный гигантский небоскреб построил. Вы посмотрели со всех его сторон. Я его облетел. Ребят, хочу вам сказать, что это здание имеет 72 этажа. Вы Представьте себе, 72 этажа. Конечно, это здание вооружено она имеет вооружение. Конечно, не пушки, не корабельные пушки. Это не корабельные пушки. В общем, ребят, как видите, я уже, наверное, говорил в видео, что... Ну, давайте еще раз повторю, что я сделал бесконечную ночь. Прописал команду на бесконечную ночь. Как видите, не расцветает. Я специально так сделал, чтобы... Сегодня у нас будет видео, в ночном режиме. В ночном режиме в Майнкрафте. Вот такие вот дела. Кстати, ребят, я делал отдельный обзор, как сделать вечную ночь в Майнкрафте, поэтому у меня есть это обязательно на канале. Можете взглянуть, как сделать вечную ночь в Майнкрафте. В общем, ребят, я же показывал вам три локации. Давайте еще раз назову. Теперь уже намного понятней. Вы посмотрели всего три локации. Всего здесь 72 этажа в, этой, в этом здании. Итого, ребята, вы посмотрели только первый этаж, второй этаж и 72 этаж. 72 этаж это, это ребята, уже, как говорится, дворец Шинта. В общем... Он так называется дворец Шинта. Японский, можно сказать, японское логово. В общем, вот такие вот дела. Где распорядился, собственно, Шредер. Ребят, сейчас, конечно, там никого нет. Но есть Шредера, собственно, там пока нету. Но вот эта башня вооружена очень много войсками очень много войсками, конечно же, не вписывайте, пожалуйста, туда не российские. Я вам нас продемонстрирую, вы так еще их не посмотрели. Я продемонстрирую теми войсками, которые она вооружена. Вот такие вот дела, ребят. самый вот единственная что вещь, которую я вам скажу, что в этой башне, конечно, существуют боссы, которые вам предстоят встретить, если вы захотите на нее напасть. Конечно, босс самый главный – это Шредер. Он живет на самом верху. На самом верху расположен Шредер. Как видите, вон там расположена вертолетная площадка. Имеется вертолетная площадка. Но на, самом, на самой вышине расположено жилье Шредера. Где, собственно, живет Шредер и ему докладывают его, его же войска, его гвардия. Ну что ж, ребят, теперь я буду рассказывать про гвардию. Ребят, помните, я вам показывал, вы посмотрели, ну, может, я не показывал, ну, даже и показывал. Помните локацию, первую локацию, это вход. Вы посмотрели, как оно выглядело в начале видео. Я, опять же говорю, представил только вам три локации. Всего здесь 72 этажа, так что это очень много. Очень много здесь этажей у этого здания, которое я построил. А помните, ребят, я вам показывал локацию вход. Самую первую локацию вход это куда вы попадете. Прежде чем, в общем, добраться вам до самого верха, до самого верха башни и достигнуть шредера, вот на самом низу расположен э, вход, в который вы попадете. Вы уже увидели, как он выглядит. И прежде чем, конечно же, вы туда не просто так войдете. Ребят, сейчас я буду вам показывать тех э, э, персонажей, где вам придется драться. Э, с, конечно, драться с гвардией Шредера. Гвардии Шредера. И, ребят, хочу вам сказать, тут ни один этаж не свободный, так что вам расслабиться никаким образом не получится. Поэтому вот такие вот дела. Все локации очень сложные, очень сложные локации, ребят. Ну, теперь я буду, конечно же, рассказывать то, что имеет эта башня, небоскреб Шредера. Итак, ребят, как вы попадете а, в первую локацию внутри здания Шредера? Внутри здания Шредера вас встретят ниндзя-футы. А, вам уже, наверное, знакомы, что ниндзя-футы – это солдаты Шредера. Видите, у них имеется вот такой вот красный значок. И вы взглянули, что он на здании тоже имеется он имеет целых, небоскреб Шредера имеет целых три вот таких вот значка. Вот, как видите, на Ниндзя Футе расположено вот такой вот знак, типа зловещий огонь, можно сказать. Вот такие вот дела. Перед вами, конечно, встанет Ниндзя Фут. Конечно же, он не будет один. Опять же говорю, их будет гвардия. Гвардия один, э, в общем, кто-то будет, э, можно сказать, это пеший ниндзя. Это пеший ниндзя. Некоторые ниндзя вам встретятся э, безоружные, некоторые встретятся с мечами, затем встретятся ниндзя с палками, ну а также, ребят, они имеют, все ниндзя имеют сюрикены. Я вам покажу исключения те, которые не имеют. Вот эти вот ниндзя а, имеют сюрикены, поэтому они могут ими пуляться с большой дистанции. Конечно, ребят, вот такая вот гвардия а, а, обычных ниндзя Шредера. Они имеют, в общем, основное их оружие. Они могут быть безоружные, могут с мечами быть, а, в общем, катана, либо а, с палкой. Конечно, палка длинная, очень длинная палка. В общем, можно сказать, как палка у Донателлы из черепашек ниндзя. Дальше вас встретят, ребят, более сложнее ниндзя. Это уже ниндзя-невидимка. Я сейчас вам покажу ниндзю-невидимку. Дальше, ребят, ну прежде чем я покажу ниндзю-невидимку, вот он, собственно, Шредер. Вот такой вот главный босс. Вот в таких крутых доспехах расположен Шредер. Вот этот самый главный босс, который расположен на самом верху башни. Вот такой вот Шредер. Так, ребят, посмотрели вы ниндзя. Дальше вот они ниндзя невидимки, которых вы встретите. Вообще они встретятся вообще в любом локации, э, начиная до... Сейчас, ребят, скажу... Вы же будете постепенно ползти. но если и то будете ползти, вообще пройдете любую локацию. Опять же говорю, в этом здании 72 этажа. Поэтому вам предстоит пройти 71 этаж. Вы вдумайтесь, вам придется 71 этаж пройти. И в каждом вас, и в каждой вас локации будут встречать ниндзя-футы и ниндзя-невидимки. Касаясь про ниндзя невидимок, ребят, хочу вам сказать, что эти ниндзя невидимки умеют свойство исчезать, становиться невидимым. Они, в принципе, ничем не отличаются, кроме как могут становиться невидимками. Вот такие вот ниндзя невидимки. Опять же говорю, вот ниндзя футы и ниндзя невидимки представлены во всех локациях до 72 этажа, где вы будете уже драться с Шредером. 72 этаж это Шредер. В общем, вы посмотрели дворец Шинта. Именно вот там вы будете драться с Шредером. Вот такую вот его локацию, его дом. Получается, вы будете в его доме, в его, можно сказать, логове, внутри этого здания. Вот так вот, ниндзя-невидимки. Конечно, вы думаете, что их я так просто разнесу. Ребят, гвардия составляет, в общем сказать, эта башня, небоскреб Шредера, очень бесконечная ар армия. Если вы, допустим, уложите эту армию, Шредер позовет следующую армию. Конечно же, вам будет очень сложно воевать с такими подготовленными ниндзя, к тому же ниндзя невидимка и обычный ниндзя. Поэтому, ребят, если вы проиграете, то вы не справились с заданием. Получается, вас вот эти войска Шредера уничтожат, ну вашего игрока. Поэтому вам требуется быть очень осторожным, если вы будете одни. Также, ребят, хочу вам сказать, что это Шредер. Вы посмотрели Шредера? Вот они, собственно, ниндзя-невидимки более в представленном виде. Вот так они выглядят. Как видите, в районе сердца у них расположен тоже знак. Они, собственно, на него нажмут и исчезнут. Вот так они выглядят. Ниндзя-невидимки. Дальше, ребят, вот, взгляните, вся гвардия. Ну, конечно, это еще не вся гвардия как видите, вот посередине стоит в доспехах Шредер. Вообще Шредер это неубиваемое существо. Вообще неубиваемое. Это, можно сказать, железные доспехи. Ходячие железные доспехи. И, вы, ребят, вы же говорили, что ниндзя-футы. Видите, вот эти черные ниндзя-футы. Видите их, насколько много. Очень много. Я так, ребят, вам не сказал, что ниндзя-футов составляет армия от 3000 до 4000 до 4000 армия. Вы вдумайтесь, вам придется драться одному против 3000 футов Вот таких вот черных ниндзяфутов. Конечно, вы встретите и ниндзя невидимок. Их тоже столько же. Это улучшенные ниндзя, чем обычные вот эти ниндзя. Вот такие вот дела. Дальше вас встретят вот такие монстры. Очень много этих, как говорится, Ниндзя, ниндзя футов, -фут, сколько их очень много Поэтому вам будет очень-очень много сложно Поэтому я вам, ребят, представляю Прежде чем вы будете нападать на эту башню Лучше хорошо внимательно посмотрите, что оно имеет а Дальше, ребят, это у Шредера есть более сильные, как говорится, более сильные Войска. Это элитные ниндзя. Это братья, можно сказать, Шредера. Это уже самый, это самый ниндзя, самый сильный ниндзя. Они сильнее, чем ниндзя невидимки. Но, ребят, до этих ниндзя есть ниндзя стихии. Конечно, вам я вам их сейчас представлю. Вот этих ниндзя четырех ниндзя. Вы встретите, сейчас вам, ребят, назову, вы встретите в первой локации, и в четвертой локации вы встретите э, вот таких вот ниндзя, где вам предстоит с ними драться. Ну а также, в общем, ниндзя с топором, э, как видите, вот ниндзя с топором вам встретится на 69 этаже. Э, вы будете это, можно сказать, босс, с кем вы будете драться. Ниндзя с топором будет на 69 этаже Ниндзя, ребят, с копьем Который расположен в самом В общем в самом краю справа Он вас встретит на 54 этаже Вздумайтесь 54 этаж Конечно, они тоже имеют свойство телепортироваться Телепортироваться Исчезать Дальше ниндзя с мечами вас встретит на первом этаже. И ниндзя с вилами он вас встретит на 64 этаже. Вот такие вот дела. Поэтому вы вот так будете постепенно расти вверх, и вам будет все сложнее и сложнее. Но, можно сказать, уже с первого уровня вам уже сложно будет. Так что очень будет сложно, ребят, также вам хочу продемонстрировать э, мускулистого Хана, который вам встретится на первом этаже, э, где вы встречали вход. Э, в общем, ребят, те, которые вот э, вот эти я вам представил, элитные ниндзя и назвал, где э, назвал, в каких локациях они будут, они обязательно локация это уровни. По, э, допустим, вы прошли локацию вход, э, вход. Вы сразу попадете на вторую локацию. Вот такие у него. Дальше э, вы э, на первой локации вход встретится вам босс Хан. Посмотрите, какой мускулистый, здоровый бугай. Он настолько большой, у него очень сильные кулаки. Посмотрите, какой он мускулистый. Видите, ребят, на левой руке он имеет э, пурпур, э, пурпурного дракона, а на правой руке знак Шредера конечно эти все гвардии Шредера э, гвардии гвардия можно сказать служат все Шредеру даже хан а по нему говорить э, не скажете что э, хан то на самом деле самый большой персонаж самый большой э, персонаж э, среди всех э, сильных гвардий. самый сильный это хан а, не но это я имею в виду, знаете, из гвардии самый сильный это хан. До хана идет Шредер. Шредер самый сильный. Он может просто разрезать хана, потому что он в доспехах. Мы увидели, как выглядит Шредер. Такой черный в доспехах и с красными глазами. Конечно, они все с красными глазами, как и элитные ниндзя. Они тоже имеют красные глаза. Но они имеют тоже свойство телепортироваться. Так что если вы сразу на них нападете, они тут же исчезнут и окажутся сзади вас. Ну и смогут вас, конечно же, ударить. Дальше, ребят, вы посмотрели вот это войско, посмотрели хана, вот этого огромного мускулистого бугая. И как, ребята, он говорил, что тут есть ниндзя стихии. Вот они, ниндзя стихии. На первой локации вас, в общем, знаете, где, ребята, они встретятся вот эти все ниндзя? Когда вы будете уже в районе 70 в районе от 60, начиная от 60-этажного 60 локации, до, ребят, до 7. В общем, до 68-й локации. В общем, здесь вас встретят вот такие вот ниндзя. Ребят, хочу сказать, что огненой Ниндзя вас встретит в локации 2. Он самый первый, кто вам встретится, огненой Ниндзя, который расположен в японском саду. Вы посмотрели локацию японский сад, где вот такой вот мост и прочее. Вот вас встретит вот такой вот огненой Ниндзя. Вот он, собственно, огненный ниндзя, который вас там будет встречать. Так что поэтому будьте осторожны, он вас может сильно поджарить вот такие вот э, боссы. А вообще они расположены на верхушке Шредера, но не на самой верхушке, а вообще вот эти все ниндзя, что элитные, что ниндзя стихии, расположены на предпоследних э, этажах э, до Шредера, на предпоследних э, этажах расположены вот эти все ниндзя, что элитный ниндзя, что ниндзя стихии. Остальные уже ребят расположены по этажам. Хан вас встретит на первом этаже, это у вас будет самый первый босс. Вторым боссом у вас будет считаться элитный ниндзя э, с оружием. И на втором, на второй локации вас встретит огненный э, ниндзя, Огненной ниндзя. Э, огненной ниндзя ниндзя стихии. Вы посмотрели локацию огненного ниндзя. После того, как вы победите огненного ниндзя, вы перейдете в третью локацию, где вас встретит металлический ниндзя. Металлический ниндзя расположен левее. Вот там вас встретит металлический ниндзя, который будет вас кидать металлами, мет, метательными шарами, огромными гигантскими шарами. Дальше, после того, как вы попадете уже э, с третьей локации, если вы ее пройдете, вы уже пойдете на четвертый этаж. Это получается четвертую э, локацию, где вас э, не встретит ни один ниндзя. Там вы просто подеретесь с ниндзями-невидимками, ну и с обыкными, э, обыкновенными... Э, пешими ниндзя, которые я вам показывал, вот такие вот черные. Придется вам просто, как говорится, сделать небольшую передышку. На четвертом, на четвертой локации вам просто придется, как говорится, сделать небольшую передышку, но это только в начале. Дальше, ребят, вас будет встречать самое худшее. Дальше, ребята, я вам сейчас покажу, кто вас встретит на четвертой локации. На четвертой локации вы взглянете, кто это такой. Так, ребята, я вам показывал ниндзя, это Шредер. Дальше вас на четвертой локации, когда уже будет, как говорится, находиться в самом конце, можно сказать, заканчивать четвертую локацию, вас встретят клоны Шредера. Это еще, ребят, похуже. Посмотрите, они прям вообще в точь в точь похожи. Так что смотрите, не перепутайте, что это Шредер, но они похожи. Ребят, вообще их тут четыре. Вот они клоны Шредера. Вот такие вот клоны Шредера. Это копия Шредера, которая вас встретят на четвертом этаже. Поэтому, ребят, вот такие вот. Дела. Вам придется драться вот со всеми вот этими клонами Шредера. У них прыжок, прыжок очень большой. Очень большой прыжок. Они могут прыгать на 11 метров. Очень вот такие вот они очень сильные. К тому же имеют клыки, шипы и так далее. Ну а также имеют шипы. Смотрите, можно. Даже об этом, ребята, очень страшно говорить видите, очень много шипов. Итак, ребят, вы взглянули, вот Шредер, обычный ниндзя. Ну а так, ребят, в основном вас просто встретят обычные, пока что обычные пешие ниндзя и ниндзя невидимки. Я вам назвал, где вы боссов встретите. Боссов встретите. Это хан, который расположен будет на самом первом этаже. Дальше, ребят, пятый уровень у нас идет. Ну, вообще тут 7 уровней. Если не ошибаюсь, по-моему, 7-8 уровней, может, даже и 9 уровней. Дальше на пятом уровне вас встретит ветряной ниндзя. Ветряной ниндзя расположен правее. Мета металлический ниндзя был левее. Ветряной ниндзя будет правее. Вот он, ветряной ниндзя, белый. Там вас встретит ветряной ниндзя, где он будет свои запускать. Он, в общем, ниндзя ветра. Он будет свои вихри, шторма, ураганы запускать. Так что будьте очень осторожны. Дальше, ребят, после того, как вы победите, вы пойдете на шестой этаж. Это уже будет, ну, не шестой этаж, а локация. Опять же говорю, это все по локациям. Дальше, ребята, вы пойдете на седьмой этаж, вас встретит водяной ниндзя. Ниндзя воды. Вот такие вот дела. И касаясь ниндзя земляной, вас встретит самый последний. Самый последний вас встретит это ниндзя земли. Вот такой вот ниндзя земли. Конечно, ребят, они, вот эти все ниндзя, все ниндзя, Ниндзя стихи имеют особо опасный э, уровень. Особо опасный уровень. Потому что они настолько сильные, очень сильные ниндзя. Так что э, я думаю, вряд ли вы их сможете победить в одиночку. Ну, к тому же, если у вас даже будет двое или трое, э, вам будет очень сложно. Потому что ниндзя огня вам может жопу поджарить и убить практически сразу. Ниндзя воды может вас утопить. А ниндзя ветра вас может просто унести ветром, а ниндзя металлов просто вас забросать металлом. Очень будет страшно. Поэтому эти ниндзя имеют особо опасную, как говорится, опасность. Ну и вообще вот эти все войска, которые я вам продемонстрировал, продемонстрировал войска... В общем... Шредера, которые очень их много. Я вам называл, что ниндзя футов и ниндзя невидимок от 3000 до 5000 армии. Даже если вы их победите, армия тут бесконечная. Конечно, это здание вооружено, вооружено летающими средствами. Они тоже стреляют. Тоже стреляют Могут отстреливать это здание Поэтому, ребят войска, войска здесь бесконечные Так что вот такие вот дела Также вас встретит Бакстер Стокман Бакстер Стокман Который вас может встретить Я надеюсь, он у меня получится Надеюсь У меня получится его встретить Бакстера Стокмана, к сожалению, я Не успел представить Бакстера Стокмана, к сожалению, не успел Представить ну, в общем, вы посмотрели войска Шредера, войска Шредера. Ну, давайте теперь вернемся к башне небоскребу Шредеру. Итак, ребят, вы посмотрели то, что в этом небоскребе находится. Также, ребята, я вам хотел, я забыл представить, что на предпоследних этажах вас встретят ловушки. Коридор с ловушками, он так и называется. Это, по-моему, если не ошибаюсь, в районе уже 69 этажа, вот, где вы встретите босса, в районе 69 или 70 этажа вас встретит коридор с ловушками, где вам придется драться с ниндзями-невидимками и с обычными пешими ниндзя, с мечами и с палками. Поэтому вот такие вот дела. Очень здесь все заморочено. Это самый сложный уровень. Самый сложный уровень, который вам, если вы, допустим, захотите напасть на башню Шредера. Поэтому урон очень большой. Хан вас может практически с удара уничтожить. Поэтому у Хана очень сильная сила. В общем, он очень сильно бьет. Но самые злые становятся это, когда хам, если у хана уже остановится, остановится мало жизни, он становится еще злее. Так что вот такие вот дела. Ребят, ну что ж, буду на этом заканчивать. Надеюсь, вам понравилось видео. То, что я вам сегодня рассказал, вот такой вот был небоскреб Шредера из черепашек ниндзя в городе Нью-Йорке. Это город Нью-Йорк, который, я опять же говорю, представлю. Вот он город Нью-Йорк. Где, собственно, здесь все стоит. В общем, это большой гигантский город. Вот такие вот дела также можно встретить вертолет. Кстати, ребят, я же вам говорю, что это здание имеет. Я же вам говорю, что. На первых этажах и в начале этажей вас не встретят ловушки, вас начнут встречать, когда вы будете добираться до Шредера. Вот там вас будут встречать коридоры с ловушками. Конечно, эти ловушки ловушки не видно, поэтому вам покажется, что это обычный коридор, но вы не заподозрите, что это коридор с ловушками. И когда вы, допустим, в него попадете, тогда эти ловушки начнут работать. Так что очень все страшно. Ребят, также я вам хочу еще одну вещь сказать, что у этого здания существует вертолетная площадка. Вертолетная площадка, где у вас будет битва со Шредером, затем, ну, Шредер будет в доспехах, а на самой вышине, вот там находится вас в дворец Шинта, вас, ну, битва со Шредером у вас будет происходить на вертолетной площадке, на вертолетной площадке. А э, дальше, после того, как вы Шредера победите, вас встретит уже э, масть, можно сказать, урок Усаки. Но Шредер и урок Усаки это одно и то же. Поэтому э, Шредер, конечно, здесь будет в доспехах, а урок Усаки уже будет без доспехов. Но у него будет сверхсила. Где вы будете уже драться? Э, как говорится, самая последняя финальная битва Это уже дворец Шинта, Где вы будете драться уже с боссом Под названием Оро саки Ну и так, ребят, надеюсь, я все понятно объяснил расп... В общем, рассказал, где кто вас встретит Опять же говорю, ниндзя Футы и ниндзя Невидинки Вас встретят на всех локациях Абсолютно на всех До 71 этажа 72 этаж это уже босс Шредер, где вы будете с ним драться. Если вы Шредера победите, то вы будете с Уроку Саки, потому что Уроку Саки, ну, тот же Шредер, он же Шредер, он же не будет вам сдаваться. Он потребует еще одну последнюю битву, и если вы его победите, то вы прошли полностью уровень. Полностью уровень, и вы завоюете вот эту вот башню. И вот такие вот дела. Так что вот такие вот дела. Все, ребят, на этом надеюсь вам понравилось видео. То, что я подготовил, спустя такое большое длительное время. Надеюсь вам понравилось видео. Обязательно гажайте лайки, пишите комментарии. На этом все. Надеюсь, было все понятно. До скорых встреч. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Это продвигает мой канал. Ну а также продвигает меня, если вы, конечно, тоже хотите э, другие обзоры и другие видео. Так что, ребят, не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал. Ну что ж, с вами Бубрейн, до скорых встреч. Э, и пока-пока. Ребят, обязательно пишите, чтобы вы еще хотели какой обзор, который, э, в общем... Какой бы обзор вы хотели, чтобы я сделал? Обязательно пишите, можете тоже э, приводить э, свои выводы из черепашек ниндзя и прочее. К сожалению, Бакстер Стокмана вы не увидели. Бакстер Стокман это ребят гигантский робот. Вот такие вот дела. Все, друзья, до скорых встреч и пока-пока.